Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 890. Итак, решить уравнение. Х квадрат минус 16 равно 0. В левой части уравнения у нас формула разность квадратов. Напишем ее в виде произведения суммы разности наших выражений. Тx минус 4 умножить на x плюс 4. У нас произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей обязан быть равен 0. Мы не знаем какой, поэтому мы записываем в таком виде наше уравнение. Х минус 4 равно 0 или х плюс 4 равно 0. Х будет равен 4 или минус 4. Ответ 4 и минус 4. Y квадрат минус 81 равняется 0. Вступаем аналогичным образом. Произведение y минус 9 на y плюс 9 будет равно 0. Снова мы приравниваем 0 каждый множитель. Y минус 9 равняется 0 или y плюс 9 равняется 0. Y равняется 9 или минус 9. Ответ 9 минус 9. 1 девятая минус x квадрат равняется 0. Вначале делаем так, чтобы на первом месте был x квадрат. Поменяем местами наши слагаемые. Правая часть 0, поэтому никаких минусов. Минусы уйдут. X в квадрате минус 1 девятая равно 0. Раскладываем на множители. Это будет сумма x плюс 1 третья умножить на разность x минус 1 третья. X минус 1 третья равна 0 или x плюс 1 третья равна 0. X равняется 1 третьей, x равняется минус 1 третьей. То есть ответ будет содержать два значения x. 1 третья или минус 1 третья. Далее, а квадрат минус 0,25. Снова произведение примет вид. А минус 0,05 умножить на а плюс 0,05. Приравниваем каждый множитель 0, получаем такие уравнения. А минус 0,5 равно 0 или А плюс 0,5 равно 0. А будет принимать значение или 0,5 или минус 0,5. Ответ 0,5 и минус 0,5. B квадрат плюс 36 равно 0. Если мы перенесем по правилам решения уравнения минус 36 в правую часть, то мы увидим, что B квадрат равняется минус 36. Мы знаем, что любое число в четной степени – число неотрицательное. Поэтому минус 36 B в квадрате равняться не может. Поэтому ответ будет таким. Уравнение решения не имеет или у уравнения нет корней. Х квадрат минус 1 равно 0. Раскладываем на множители. Х минус 1, х плюс 1 равно 0. Х минус 1 равно 0 или х плюс 1 равно 0. Значит, ответом будет два значения переменной. 1 и минус 1. 4х квадрат минус 9 равно 0. Произведение примет вид. 2х минус 3 умножить на 2х плюс 3 равно 0. 2х минус 3 равно 0 или 2х плюс 3 равно 0. 2х равняется 3, 2х равняется минус 3. И переменная принимает вид 3 вторых или минус 3 вторых. А в ответе можно будет записать в таком виде, в виде десятичной дроби. Это будет 1,5 и минус 1,5. 25х квадрат минус 16 равно 0. Произведение примет вид. 5х минус 4 умножить на 5х плюс 4. 5х минус 4 равно 0 и 5х плюс 4 равно 0. 5х равно 4, 5х равно минус 4. Х равняется 4 пятых и минус 4 пятых. Ответ же снова можно записать в таком виде. 0,8 и минус 0,8. И последний пример.
81 квадрат плюс 4 равно 0. Перенесем минус 4 в правую сторону. И мы видим, что пример точно такой же, как и пример D. У нас в правой части отрицательное число. А квадрат не может равняться отрицательному числу. Поэтому в этом случае уравнение корней не имеет. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube. Задавайте вопросы в соцсетях.